Камерная выставка «Семейная реликвия» по-своему уникальна. Ее авторами и создателями являются музейные волонтеры, студенты первого курса историко-филологического факультета Ульяновского педагогического университета. Они изучают предмет музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Ребята сами придумали название выставки и принесли из дома предметы. Я принесла на эту выставку материалы своей семьи, а если быть конкретнее, то материалы своей бабушки Запиваловой Анны Павловны. Она является ветераном труда, и ее награды. На выставке представлены предметы, связанные с разными историческими событиями нашей страны. Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, вещи, передаваемые из поколения в поколение, семейные иконы, старинные фотографии, награды и многое другое. Я принес как бы лично из своей и семейной, из коллекции портрет, или фото, да, моего прадеда. Точнее, не прадеда, а даже прапрадеда. Он входил в число царских офицеров. Отрадно, что выставочные экспонаты носят не только семейную ценность, но и краеведческую и музейную, поскольку на выставке представлены предметы 19 века, привезенные из разных районов области. Сам проект «Музейный волонтер» реализовывался в рамках гранта. Грант закончился, но вот работа с этим направлением и с волонтерством у нас не закончилась, а только набирает обороты, можно сказать так. И в следующем году вместе с ребятами у нас большие планы на создание волонтерского центра при музее. Федеральные эксперты тоже оценили региональный опыт. Проект «Музейный волонтер» занял первое место в конкурсе «Смотри лучших волонтерских практик», реализуемых на базе учреждений культуры. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.